Привет, друзья. Сейчас доем. Допью и расскажу вам очень интересную историю. Вау, ничего себе! Колян, айда пиццу хавать. Колян, пиццу будешь? Мням-ням-ням. Ну давай уже. Отрывайся. Итак, друзья, мы снова приехали в Пивальди. Но сегодня у нас миссия, которая выполнима. И очень вкусная. Итак, сегодня мы на втором этаже. На первом поставили высокие стулья. С Коляном было бы не очень удобно. Поэтому сам Бог велел нам подняться на второй этаж. Вот такой вот он этаж второй. А вон Колян ждет. Друзья, в этот раз мы будем кушать пиццу. Исключительно пиццу. Какую, не знаю. Давай ты выбирай. Все по 200 рублей. А диаметр, кстати. Диаметр не пишут. Но вот и посмотрим, большую или маленькую принесут. Ребята, хотели продегустировать пиццу и сравнить ее с пиццей, которую готовят в нашей пиццерии. Ничего у тебя нет. Ты голодранец. Ну, точнее, не в нашей пиццерии, а в нашем ЖК пиццерии. Там пицца бомба. Здесь мы пока не знаем. Заказали. С тунцом и пепперони. И все. Хотели там, может быть, потом еще другую пиццу, еще третью, четвертую взять. И тут официант, чертяка, говорит, а не хотите по акции крылышек? Мы такие, а что за акция-то? Куда, ну, куда уж меньше-то, я имею в виду цену. А он говорит, сейчас килограмм крылышек за 200 рублей. Вот тут сейчас будет картинка, покажи, как это выглядит. Кстати, вот интересно, картинка потом будет совпадать с реальностью? Но реклама. Ну что такое, ну? Рекламная пауза, ну что такое, ну? Одну минуточку и... снова реклама. Брюки превращаются. Брюки превращаются. Долго превращаются. Превращаются брюки. В элегантные шорты. В элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка. Смотрите. Картинка, и потом я вам покажу реальность. Интересно, совпадет? Не совпадет. А это, кстати, телевизоры везде, в рамах. Классно смотрится. Итак, я капучино. Или латте, что это? Капучино. А жена будет пить облепиховый чай. Смотрите, какой шикарный, слышишь? Бомба, насыщенный. И вы не поверите, ребят, это бесплатно. 0 рублей. Zero. Ноль. Просто ноль. Zero. Вообще ничего. Удивительно просто. Вот такая интересная подача. Картошки фри.
стоит она дешевле, чем 200 рублей. Стоили 50, жена говорит, стоит. По вкусу мне понравилось. Тебе как? Да. Вкуснее, чем в Макдональдсе, кстати. А вот, ребята, и дичь. Нам принесли дичь. Это дичь? Это дичь? Дичь. Да, на картинке все же выглядело как-то побольше. Я даже не знаю. Вот килограмм, да? Ну, я думаю, есть килограмм. Как ты думаешь? Килограмм сыры. Ужарились, да? Немножечко ужарились. Нет. Усушка, утруска, угар и утечь. Но подход, ребята, 5 с плюсом. Влажные салфетки. А? За это хвалю. Теперь осталось оценить вкус. Давай я оценю вкус. Готовили на углях, то есть реально на мангале жарили. То есть не в духовке, не где-то там, а вот на мангале. Пахнет дымком. По-домашнему. По-домашнему. Душевно. По-домашнему. Ребята, пицца. Смотрите, какой размер. Вообще. Я думал, вот такие малюсенькие пиццы принесут. Они... Так, давай я кусочку откушу. Тоненькое тесто. Тоненькое-тоненькое тесто, смотрите. Великолепно. Давай вторую. Смотри, как красиво, да? Этот листик, я думаю, неспроста он тут. Подача на уровне, ребят. Ощущение, что вы сидите просто в дорогущем ресторане. Аперони. Ребята, бегом сюда. Это очень вкусно. Я еще с кусочком халапеньо откусил сейчас. Она острит, остренькая, пикантная. Сыр идеально, короче. Сыр прям, вкус сыра. Подводим итоги. Пицца и большая, и вкусная, ребята. Сомневаюсь, конечно, что здесь был тунец. Скорее всего, это какая-то рыба консервированная. Но крылья божественные, слов нет. Да та же самая пицца с тунцом, неважно, что там была на самом деле за рыба, супер вкусная. Пепперони выше всяких похвал. Чай, вы посмотрите на этот чай. Повторяюсь, 0 рублей. А теперь давайте, ребят, задумаемся. Вот вы, к примеру, любите кофе. Или любите посидеть, чай попить. Вот вы едете по дороге, заезжаете в какую-нибудь кафешку. И, к примеру, даже если там еда плюс-минус стоит недорого, то тот же самый кофе, там, капучино, латте, вы купите, ну, я не знаю, какие сейчас цены, рублей, наверное, за 180 минимум.
Здесь же это бесплатно. То есть вы задумаетесь, это и вот это стоит 200 рублей. Это и кофе бесплатно. Где выгоднее, а? Смотрите, хостес, официанты, у всех свой стиль. Ресторан выглядит недешево. То есть, по моему мнению, это место, Пивальди, помножило на ноль все дорогущие рестораны Москвы. Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Вот такие люди сюда ходят. Дресс-кода здесь, ребят, нет. Хотите в спортивном костюме? Приходите в спортивном костюме, мы вам рады. Чашечка американо и счет. Класс. Будете кофе, будете какао с чаем. Поехали! Итак, ребят, счет вышел 800 рублей. Мы думали, будет дешевле, но картошка, как выяснилось, стоит тоже 200 рублей. Поэтому будьте внимательны. Там абсолютно все меню по 200 рублей. Не зависит от порции. То есть, если вам кажется, что картошка маленькая, она не может стоить, как, допустим, пицца. Нет, ребят, может. Вот. Официанта не обидели. Может, господа хотят чего-то еще? Нет, не надо. Спасибо. О, 10 центов. Официант парень хороший. Во-первых, грамотно нас тут же просто проконсультировал по акциям. Раз теперь нам надо 17-го опять туда попасть, октября, потому что будут эти креветки аргентинские. Все, место приятное. Люди оттуда выходят вот с такой улыбкой просто во все 32 зуба. Ну, если у кого они все 32 есть. На месте не растерял. Мы тоже в шикарном настроение с набитыми пузяками. Едем домой. Пивальди, вы супер. Молодцы.